Пермская краевая станция переливания крови проведет выездное мероприятие в Березняках. 6 марта жители города и близлежащих населенных пунктов могут пополнить банк донорской крови в Пермском крае. Необходима кровь всех групп. Напомню правила. Накануне, в день сдачи крови, запрещено употреблять жирную, жареную и острую пищу, колбасы, а также мясные, рыбные и молочные продукты. Лучше пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду. Есть хлеб, сухари, макароны на воде без масла, овощи и фрукты. За 48 часов нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. Утром рекомендуется легко позавтракать, а перед процедурой выпить сладкий чай. Также за час до сдачи крови следует воздержаться от курения. Доноров ждут 6 марта с 12 до 15 часов по адресу проспект Ленина, 59. Важно! Желающим сдать кровь необходимо записаться по номеру телефона, который сейчас на экране, либо по ссылке.